2 июля в отделении городской больницы оказался 6-летний мальчик. Поступлением в больницу послужили ожоги на теле ребенка, которые он получил в результате игры со спичками. Как сообщается на сайте МЧС по Пермскому краю, мальчик 2 июля остался один дома. Его интерес привлекли спички, лежавшие на кухне. Там ребенок решил позабавиться с огнем. В результате от одной горелой спички вспыхнули занавески. 6-летний мальчик, не раздумывая, решил сдернуть штору, но она упала на него вместе с гординой. Огонь перекинулся на рубашку ребенка, но мальчик не растерялся и скинул с себя пылающую ткань. После чего он выбежал на лестничную клетку и попросил помощи у соседей. Сейчас жизни ребенку ничего не угрожает, и по данному факту проводится проверка сотрудниками полиции. Но сейчас уже известно, что ребенок изначально оставался со своим старшим 9-летним братом, который просто ушел погулять. Мама же в это время находилась в больнице на осмотре с младшим ребенком. В данном случае остается только добавить, напомните своим детям, что спички – это не игрушка.